Всем привет, дорогие друзья, с вами Даридзи, и добро пожаловать в игрушку Агарю. Давайте с вами продолжим играть. Вот, я знаю, игрушка вам нравится, поэтому мы в нее чаще всех играем. О, Алёша. Вкусный Алёша был. А, так. Так, аккуратнее, аккуратнее давайте играть. А, благо бонус у меня намного дольше действует, так что я думаю, ускорение стоит брать. Периодически. Отлично. Very good. Так. Сейчас постараемся его съесть. Не знаю, возможно, он меня сам съест. Мне нужно ускорение срочно. Срочно ускорение. Так, я вижу, там кто-то еще. Так, блин, нужно быть аккуратней. Отлично. Сейчас мы его всего съедим, я думаю. Так, вот, мы на третьем месте. Так, теперь ждем, ждем, ребят. Играем осторожно. Нам нужно соединиться как можно быстрее. Так, хорошо, давайте сотрудничать. Блин. Так, сейчас мы его. Сейчас мы его. С легенды давайте. Так, хорошо, теперь будем. Так, надеюсь, это нам поможет. Эх, ты, не успели. Ну, была неплохая попытка, я считаю. Давайте еще разок. Так, кто там напросился? Так, кисуля. Будем с кисулей играть. Так, отлично. Так, надо ускориться. Так, хреново. Попробуем захватить. Попробуем захватить, ребят. Отлично. Да что ж ты будешь делать-то? Какой нафиг Алексей? Так, осторожно. Блин, у меня уже больше нету. А, подмоги никакой. Так, блин, я немножко стать побольше. Так, выручаем, выручаем. Нужно бы как-нибудь обойти. Ух ты ж, блин, ну сейчас все сидят. Сейчас все сидят. Ну, было тоже, согласись, ребят, хорошая попытка. Почти заняли первенство. Дубль 3, ребят. Так, бонусы все на месте. Это прям как самолет водить, ребят. Вот так, кнопка A, S, T, F. Хорошо. Примерно запомнил. Там, короче, к волчице не лезем. Смотрите, он меня узнал по ходу дела. В принципе, я не знаю, смогу ли я, нет. Что я сделал? Что я сделал? Елки-палки. Хотел же первенство занять.
Ладно, сейчас посмотрим. Попробую, не знаю, увеличусь я или нет. Если я быстро налутаюсь, пока я маленький. Нужно подходящий момент выбрать. Ты что, меня реально хочешь съесть? Маленький засранец. Так, Левчик, ну они мне не интересны, мне нужен самый большой. Ладно, пофиг. Вы мне никто не нужен, мне нужен здоровяк. Да что ты будешь делать? Блин, я кнопки перепутал. Я 2 раза кнопку перепутал, ребят. Так, осторожно, осторожно. Так, давайте ускорение возьмем. Так, есть у нас Барби. Блин, он... Я думал, ты не со мной. Ёлки-палки, я не знал, с кем сотрудничать. Вроде все хотят сотрудничать со мной. Так, кляп. Кляп. Ставим кляп, ребят. Играем с Барби, с Ромашкой. Так, не знаю, как у меня получится, нет? Так, отлично, пока вроде все нормально. Отлично, отлично. А, почти первенство заняли, ребят. Так, теперь нам нужно немножко отойти. Немножко не вперед выйти. Так, есть Наталья такая. Сильно не будем рисковать. Блин, немножко не дотягивает. Так, неплохо, ладно. Даешь большого, все. Так, начинаем кушать. Так, хорошо. Так, все, живем, ребят. Пока все нормально. Сотрудничаем с Барби. Так, Тим пошел. Теперь нас постараются убить. Так, уезжаем. Я понимаю, мне сложно управлять. Ну, первенство мы держим. Да ладно, ты покушай немножко. Брокколи. Я не буду его трогать. Так, Випа.
Так, сейчас надо... Блин, хреново, хреново дела. Ах ты гад, смотрите. Смотрите, что он делает. Ты негодяй, блин, проворный. Так, еще надо научиться управлять. Так, давайте ускоримся, ускоримся. Да есть ты не будешь. Давай, вставай, вставай уже. Отлично. Так, возьмем ускорение. Я тоже его кормлю. Да ему пофиг, ему лишь бы покушать, наверное. Так, а со мной теперь тим никто. А Рамис, либо я, короче. У нас сейчас такая жесткая началась игра. Так, тут даже Лилия есть. Он и Лилию кормит. Так, давайте попробуем. Отлично. Блин, не получается. А Лилия за него, короче, играет. Степан, Степан тоже не помогает. Ну и кто же победит? Кто же, ребят, победит? Ну почему ты не стреляешь колючкой? Вот, отлично. Блин, не могу сесть, не могу сесть, ребят, его. Немножко не дотягиваю. Смотрите, Лилия помогает ему. Кто ж победит? Ну, кто, смотрите, какой хитрый. Ну все, мне хана. Ах ты ж, блин, сейчас все съел. Съел нас, нас Дмитрий. Фух, давайте еще одну попытку. Крутая, крутая игрушка. О, что же я сделал-то? Что же я наделал? Что же я натворил? Так, ладно. Сначала сразу нужно вырасти. Отлично. И зачем он притягивает кого, интересно? Рамис 2000 меня съел. Ух ты, волк. Страшно, страшно, страшный волк. Так, ну тут я бессилен, ребят. Тут мне только вот так сделать, кляп. В принципе, можно было сотрудничать. Хотя не знаю, будет ли он сотрудничать или нет. Так, замечательно. А вот фиг, ты угадал. В принципе, я могу тут находиться, ничего страшного мне не будет. У меня еще есть эти кляпы, у меня еще есть. Самое главное, вовремя. Ты сейчас кормиться у нас точно не будешь.
Нужно, главное, дождаться того момента, когда... Блин. Когда кто-нибудь мне поможет. Давайте возьмем небольшое ускорение. Так, в центре волка прям. В принципе, он мне навряд ли что сделает. Хотя скоро он будет соединяться. У меня будет еще один кляп. Не знаю, никто не помогает, смотрите. Да он меня так никогда не поймает, я думаю. Ладно, все. Так, возьмем ускорение, ребят. Оно мне реально может помочь. Ну давай же уже. Я ж тебя догоню. Будет ли со мной она сотрудничать, не знаю. Она вообще знает? Не, знает она Тим. Так, отлично. Ах ты, блин, смотрите, какую зараза. Какой же ты зараза, блин. Ах ты, растешь еще. Ну все, сейчас Дмитрий вообще попались. Прикольно было. Так, еще один дубль. Сразу давайте кляпы ему нанесем. Ах ты, блин, 100 друзей. А он предлагал сотрудничать мне. Я помню. Буженина. Че, реально будешь сам... Не, Буженина меня съела. Мы не отчаиваемся, потому что мы сейчас такую комбинацию сделаем. Так, вот я... Смотрите, я помню вас. Так, давай, сейчас догоним, я думаю, сейчас догоним. Дмитрий плохой. Я это помню. Друзей меня подвел. Он меня съел. Дмитрий, я не помню, был Дмитрий, нет? С кем же сотрудничал? Смерть. Не знаю. Так, мне сейчас нужно решить, с кем я буду сотрудничать. С Лилией. Давайте с Лилией. Так, попробуем, попробуем Хаски сесть. Бери турбо быстрее. Так, Лилия, давай, давай, давай. Все, блистательно. А я и Лилия, мы на первом месте. Так, я в Тим, не забудь. Семнадцать тысяч масс, ребят, мы на первом месте. Я не знаю, кого сейчас есть. Так, немножко ускориться надо. Не знаю, догоним, нет мы его. Давай, 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 давай. Я думаю, не стоит тут слишком разделяться сейчас. Четыре части будет вполне достаточно.
Так, отлично. Так, кушай. Так, хорошо. Сто друзей, ну сто друзей меня предал, предатель. Хотя я тоже бывает так делаю. Так, ну все, добро оно запоминается. Так, никто никого не может есть. Ну, в принципе, у нас быстро она пройдет. Почему ты меня не... Почему ты меня не кормишь, елки-палки? Так, ну все, замечательно. На всех кляпы надеты. Ну, мы были на первом месте, вы сами все видели. Да елки-палки, ну почему ты меня не кормишь? Выручай. Ну, блистательно. Все, ладно, оставим Лилии первенство, пускай она сама решает, с кем тимиться. С вами был Даридий, это была игрушка Голодные игры Кручагар. Не забывайте ставить палец вверх. Вот, я сейчас чаще всех снимаю летсплей на эту игру, потому что она набирает больше всех просмотров, больше всех пальцев вверх. Вот, и вы сами решаете, что мне снимать. Пока что чаще всего у нас будут выходить голодные игры. Всем удачи, ребята, всем до скорого, пока-пока.